Светлана, добрый вечер. Вот я вам сейчас показываю меню. Вот это вот остерия Significa Siciliana. Это вот секунди пеша. Это второе блюдо рыбное. Секунды карне. Кстати, здесь даже вот написано на сицилийском языке. Вот антипаста. Это вот первое блюдо. Вот смотрите, как раз и кушается. Антипаста, да, перевожу, то, что тут у нас. Оливы, вердура. Вердура – это салат. Пармиджани ди меленцана – это сыр с... Ну, такая вот антипаста, короче, сицилийская. Инсалата ди муссо. Потом первое блюдо. Что здесь, кстати, вот написано на сицилийском. Брокколи я вижу. Остальное классика. Сарде. Рыба сарде. Что-то такое. Потом вот есть вторые блюда. Потом... Что здесь? А потом вот заканчивается дольче. Касата ди алфорно. Это такой тортик вкусненький. Каннори. Это такое очень вкусное. Потом фрутта сезона или Македония, да, салат фруктовый Македония. Вот я вам рассказала про меню, которое здесь можно заказать. И вот наш стол, как всегда, наши друзья. Вот. Вот в центре стола это Эльвира, писательница, живет в Салерно. Ну, а это все профессорессы. Вот эта вот женщина очень интересная. Этот вот мужчина, кстати, писатель тоже. Такая компания очень интересная. Мне очень нравится вот этот зал. Да, в Палермо шумно. Это вот наш друг тоже из Салерно, врач-кардиолог, очень такой хороший, интересный, знаменитый в городе Палермо. Вот эта вот женщина в экране, она профессоресса Итальяно Лингва. Вот, в каком-то, ну, в университете. Фотограф очень хороший, эта женщина, очень много путешествовала по всему миру. Очень такая в Японии ее знаменитая, как это сказать, аристократичная семья. Вот. Ну, мой муж Мария Рафаэла Камилло. Это вот наш Паскуаль и Тото архитектор. Вот немножко покажу вот вечер. Я познакомила вас с нашей вечерней программой. Кстати, вот здесь есть такая одна маленькая закономерность. Когда чек подается на весь стол. И потом делится на сколько человек кушает, да. И потом, там, допустим, там 170 евро, да. Все делятся там на 9 человек, на 12. И тоже вот это для меня это было очень удивительно. Немножко покажу вас. Вот архитектура очень красивая. Очень красивая. Си, Алена, ты ву. Я тут сэнти, Алена, ты ву. Си, какая красота. Какая красота. Делюсь этой красотой, выйду я на центр дороги, и вам, опа, есть моя ручка. А у меня, видите, такие, смотрите, какая у меня золотая, красивая ручка. Вот, а я люблю, тут есть такие блесточки, если вам нравится, дайте мне знать, я вам тоже куплю такие блесточки, я всегда вечером выхожу и вот так вот блещу. А вот там вот, видите, как блещу. Мне нравится, очень нравится, очень нравится вот эти вот. Можно и на тело, на лицо, и на волосы. Очень красиво. Это вот впереди порт и море. И сейчас я вас так хоп, переверну по небу. А вот там вот центр. Очень красиво. А это вот наша компания. Вот мы в таком красивом месте ужинаем. Вот остерия. Да, мне, кстати, очень нравится еда в той местности, которая вот, ну, натурально остерия.
Ну, ресторан-то тоже нравится. Короче, я вас жду в Палермо. Составьте маршрут. Составьте маршрут, буду очень рада. Порекомендую, вот вчера мы были, вернее, господи, день такой длинный. Были мы, очень красивый отель, я вам это высылала. Не помню название, вилла, как это там называется. Пятизвездочный, ой, он меня очень сильно впечатлил. Рекомендую этот отель. Ну, может быть, здесь еще что-нибудь найти поинтереснее. И виллы можно снимать, тоже очень красивые, интересные. Короче, я буду очень счастлива. А здесь в Палермо не только я одна на курсе. Здесь есть несколько девочек из Палермо, которые будут очень счастливы вас видеть здесь. Елена Сгрой, Елена Маротта и я, Алона Камила. Или же у меня сейчас новое имя, мне дали Алона Тыву. А я сейчас покажу, какой, кто мне дал это имя. Вот этот писатель. Вот этот писатель. Джузеппе Валенца дал мне имя Алена Тыву. Всем нравится. И вам хорошего. Хорошего, чудесного вечера и приятного аппетита. Мы сейчас ждем тарелочки с вкусняшками. Чао. Ти амо танто.